Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу интервью международного телеканала на русском языке. Я ее ведущий Хайпин. Ушу является ценным культурным наследием китайской цивилизации. В наше время поклонников ушу становится все больше и больше. Об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Итак, я их представляю вам. Мастер тай чи чуан, господин Сяо Вэйтя, Виктор Сяо. Здравствуйте. Из Беларуси Вадим. Здравствуйте. И еще аспирант из Пекинского спортивного университета Анатолий из России. Здравствуйте, Хайпин. Всем здравствуйте. Для начала давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Мы посмотрели великолепное выступление этих известных кинозвезд Брюс Ли, Джеки Чан. Ну, как по-вашему, это настоящее мастерство ушу или это просто киноискусство? Такие, как Брюс Ли, они сами были замечательными мастерами, но все равно это художественный фильм. У молодежи и вообще у нормального человека может возникнуть заблуждение, что все, что показывается там, это реальное. Вот. А мы называем это ушуистской романтикой. Это на самом деле ушуистская романтика, это так же, как романтика средневековых рыцарей, о которых шли легенды. Это легендарно. Оно играет большую роль потому, чтобы привлечь людей к ушу, заинтересовать их ушу. Но на само ушу оно не такое, это совсем другое. Нельзя подменить реальное ушу вот, киноискусством и реальных мастеров кинозвездами ушу. Понял, то есть все-таки разные вещи. Я думаю, что в свое время такие фильмы привлекли очень много молодежи в секции, в секции различных боевых искусств, такие как тэквондо, дзюдо, карате, в том числе, когда был пик такой популярности карате. И, скажем, люди приходили в секции, занимались там неделю-две и думали, что достигнут такого совершенства, как Брюс Ли. И потом ходили на улицах и показывали, вот Брюс Ли делает так. Но это же, собственно, не суть боевого искусства. Это всего лишь его одна из частей. То есть это игра на зрителей, то есть это показ, внешний показ того, тех приемов, которые есть в ушу. Но это всего лишь внешнее его проявление. Кстати, вот иностранцы, когда говорят о ушу, иногда используют слово гунг-фу. Как по-вашему? Кунг-фу и ушу – это то же самое или все-таки это немного разные вещи? Действительно требует какое-то определенное выяснение этих терминов, потому что ушу – это вся система, очень многошкольная система китайских единоборств. А кунг-фу – это мастерство. Мастерство в каждом виде ушу, оно имеет свой оттенок, свои способы приобретения. И чтобы не думали, что кунг-фу – это какое-то мистическое слово, важно понять, что в пекинском языке кунг-фу – это время. Когда спрашивают в Пекине, у тебя есть время пойти в кино, у тебя перевести можно, так у тебя есть кунг-фу – сходить в кино. Время. А время плюс работа – это мастерство. Поэтому время, потраченное на работу – это кунг-фу. Потом этим стали выражать уровень искусства или время, потраченное на это. На тренировке. Оно приобрело какой-то странный мистический оттенок как раз вследствие распространения фильмов Брюса Ли по Западу. И люди под ним стали подразумевать что-то мистическое. И
Но само понятие кунг-фу намного мельче, чем несравнимо богатое понятие ушу. Потому что в понятие ушу входит вся культура, которая его воспитала, вырастила, и которая его сопровождает как бы. А в кунг-фу это работа. И уровень этой работы. Я так понимаю, как вы. Ну, есть еще одно заблуждение, которое ходит на Западе. То есть люди, часто слышно в разговорах, как люди между собой говорят. Вот у меня, например, сын или там друг ходит в секцию ушу, а вот другой говорит, а вот у меня ходит в секции ганфу или канфу, как у нас принято говорить. Вот. И начинают спорить, что это, что из них лучше. И совершенно не понимая, что, во-первых, над этими терминами нужно работать, во-вторых, что каждый из них вкладывает, можно понять только занимаясь этим. Вот, поэтому здесь нужно долго и долго это исследовать. Ну, спасибо, что разъяснили. Ну, лично я теперь больше буду употреблять слово «ушу». Виктор, расскажите, пожалуйста, как сейчас развивается ушу в нашей стране? Ну, я не такой уже академик и специалист, который может окинуть, сразу описать все, что происходит в нашей стране. Но примерно я могу сказать, что у нас, в общем, в наличии два вида ушу. Один – это модернизированный, как бы адаптированный к спортивной жизни, и он приобрел чисто спортивный, физкультурный вид. В этом смысле и он распространяется по всему миру быстрее, этим легче овладеть. Там не требуется такой тяжелой работы, как в прежние времена. И он сыграл огромную роль в популяризации современного понятия ушу. Он уже систематизирован по-своему, вошел как бы в международную систему. Систему по спортивному обмену. В этом отношении он имеет за свои заслуги этот вид спорта. А недостатки его в том, что на самом деле он почти полностью отбросил само ядро традиционного ушу. А во-вторых, его методы воспитания, тренировок далеко недостаточно систематизированы для того, чтобы приобрести настоящий вес в мире. Может быть, это одна из причин, почему в этом отношении мы отстаем от японцев с их карате и с другими видами спорта. Лично я считаю, что истинным, авторитетным, полноценным видом ушу является то самое традиционное ушу, которое накапливалось испокон веков и приобрело очень богатое содержание. В нем действительно объединены. Это сплав вообще китайской культуры, потому что это не просто боевой мордобой. Так? Там есть очень высокие технические приемы, там неизбежна внутренняя техника, о которой так много говорят, но на самом деле мало знают. И на этой основе опять появилось много романтической литературы насчет внутреннего стиля. Потому что в традиционном ушу, в общем, они делятся как бы на две большие школы, внешний и внутренний стили. Хотя и здесь полная неразбериха в терминах, но мы сейчас не будем опускаться до сильных подробностей. Важно, что само ушу скопило в себе и переплавило в себе очень много достижений китайской культуры. И она является хорошим носителем этих культур. Поэтому сам процесс изучения вот такого ушу – это процесс знакомства с наивысшими достижениями китайской культуры. Вот как я это понимаю. И вот, к сожалению, вот этот традиционный вид – так как в свое время это были малые школы, небольшие кланы с небольшим набором учеников. И спасти вот это имущество, значит, привести в порядок то, что есть, и постараться восстановить былую славу его, это требует очень больших усилий многих поколений людей. Анатолий, вы в Китае изучаете ушу.
Как, по вашему мнению, в Китае развивается ушу? Если же о ушу говорить с точки зрения спорта, то, конечно же, развивается ушу весьма неплохо, так как существует очень значительная государственная поддержка, очень много соревнований, различных школ, и, в общем, даже уже успела сформироваться довольно значительная прослойка опытных тренеров, что является, на самом деле, одним из самых важных критериев при развитии. И происходят ежегодные встречи с тренерами и спортсменами из других стран, как в формате соревнований, так и личных встреч. Происходит обмен опытом. Надо признать, что здесь выглядит все очень радужно. Но, с другой стороны, правомерно будет поставить вопрос о том, является ли спортивное ушу тем самым ушу, о котором мы здесь ведем речь. Все знаем, что современное ушу соревновательное, оно возникло буквально лет 20, чуть больше назад. И, конечно же, никаких фактических, исторических связях с традиционным ушу оно иметь просто не может. Другой вопрос, конечно, что, может, цель даже не задавалась при его создании, связать его с историческим ушу. Но так или иначе, в целом говоря, спортивное ушу в Китае развивается очень-очень бурно и выходит, можно сказать, на мировую арену. Виктор, следующий вопрос к вам. Как вы считаете, в чем выражается настоящий дух ушу? Дух ушу входит, как и его неизбежный боевой аспект, потому что это боевое, это единоборство, рассчитанное на победу над противником. И без этого зерна это бы не считалось ушу. Более важное заключается в том, что это единоборство, рассчитанное на атаку и защиту, постепенно соединялось с другими сферами китайской культуры, медицины. И поэтому оно приобрело еще оздоровительные, настоящие, не физкультурные, а настоящие оздоровительные вот эти функции. Потом в погоне за более хорошим эффектом она соединилась с китайской философией инь-янь, тайди, например, где происходит победа не за счет грубой силы, а за счет очень тонкого, тонкого технического момента нейтрализации конфликта, как своего, так и себя с напарником. Отсюда легендарный эффект тайзичуэня, где я легким движением могу сопротивляться очень большому, сильному человеку. А как раз это и преследовалось, потому что не слишком распыляя свою энергию, ты сохраняешь себе здоровье и долголетие. И в то же время этот же вид ушу еще был направлен, конечно, на долголетие, так как в свое время он соединился еще с даосской алхимией или с дзен-буддийским мастерством просветления и так далее, и так далее. И поэтому получается, что если из него сделать чистый современный спорт, то это значит убрать из него весь его дух. Остается современная физкультура. Но если подойти к тому традиционному, и ты начинаешь понимать, что это очень хороший путь для знакомства с китайской культурой вообще, и хороший путь к работе над собой, над самосовершенствованием, чего преследуют люди в разных сферах своей деятельности. Любая сфера, также и в искусстве, художник самосовершенствуется. А это еще один путь самосовершенствования не только в физическом таком грубом смысле, а в полном своем цельном человеческом состоянии. Давайте посмотрим небольшой видеосюжет. В настоящее время в мире ушу пользуется большой популярностью. В Международную федерацию ушу входит 86 государств-членов, из которых 30 представлены европейскими странами. Таким образом, ушу объединяет все континенты мира. Ушу популярна не только у себя на родине, в Китае, но и в таких странах, как США, Япония, Канада, Франция, Сингапур, Таиланд, Россия и в других странах. Во всех этих странах люди приходят в клубы и спортивные секции ушу и настолько увлекаются этим боевым искусством, что не расстаются с ним никогда. Занятие ушу становится популярным среди всех возрастов, посещают занятия целыми семьями. Этот вид боевого искусства стал поистине массовым. Я знаю, что сейчас из-за границы очень многие интересуются ушу. Как в ваших странах уделяют внимание на ушу? Анатолий, может, с вас начнем? Говоря о развитии ушу в России, надо сказать, что ушу в России очень популярно.
существуют как спортивные секции, так и секции традиционного ушу. Людей, интересующихся ушу, становится все больше и больше. И они интересуются не только ушу в прикладном понимании, прикладной аспект. Они также зачастую хотят через ушу постигнуть что-то большее. Например, заняться саморазвитием, может быть, узнать Китай и культуру Китая поближе, так как ушу предоставляет очень хорошую возможность. Но, опять же, возвращаясь к спортивной секции, можно сказать, что в данный момент оно по популярности, скорее всего, несколько уступает общепринятому пониманию традиционного ушу. В целом, говорит, ушу в России находится, может быть, не на пике, но явно на подъеме. И что радует, качественное понимание людей ушу и всего, что с ним связано, ему сопутствует, становится все лучше и лучше. Спасибо. Вадим, а как в Беларуси к ушу относится? В Беларуси тенденция прослеживается такая же, как и в России. В настоящее время достаточно много секций идет в спортивном направлении. Развиваются такие восточные единоборства, как карате, как невосточное единоборство, это бокс. Однако набирает обороты и традиционные секции ушу, но с элементами, вот, скажем так, назовем внешних стилей. То есть часто люди, которые называют себя инструкторами или мастерами, они получают какие-то сертификаты, приезжают откуда-то с Китая, показывают эти сертификаты и профанируют, собственно, ушу и набирают секции занимающимся. Чем они там занимаются, можно только слышать от людей, которые переходят с одной секции в другую. То есть секций много, но я, послушав советы друзей, которые мне посоветовали, что у нас в Беларуси только есть единственное, чем заниматься, это вот традиционный тэдзи-цюаньем. И я со своим первым учителем, это Евгением Скорняковым, которому мне посоветовали прийти, начал заниматься тэдзи-цюаньем. Ну, собственно, первый раз, как пришел, меня немножко шокировало, потому что в моем западном понимании, мышлении это нечто было, я представлял это как совершенно другое. Вот. И, собственно, скажем так, традиционные с точки зрения западной культуры секции, они направлены больше на такого двигательного характера, больше на понятие движухи такой. Вот. И они воспитывают именно запоминание каких-то движений. Да. Но мне, собственно, я пошел по другому пути, возможно, по своему, возможно, не по правильному, но это мой путь. И я пока я не разочаровался и надеюсь, что не разочаруюсь. Потому что помимо всего этого, мне дополнительно это дает не просто занятие физкультурой, для меня это развитие самого себя в том числе. Давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Ушу является уникальным наследием китайской цивилизации. В течение многих тысячелетий своего существования ушу пережило периоды упадков и расцветов, но настоящие мастера всегда бережно хранили и передавали свое искусство из поколения в поколение, от ученика к ученику. Существует множество различных направлений ушу, которые условно делятся на внешние и внутренние. Внешние – это жесткие стили. Они предполагают хорошую физическую форму и большие затраты энергии во время тренировок. А внутренние – это мягкие стили, которые требуют особого внутреннего совершенствования. Происходят в первую очередь в психике человека с помощью вхождения в определенное состояние сознания, чистоты сердца и целостности организма. По некоторым подсчетам, существует более 400 видов оружия. Среди них обоюдоострые мечи, сабли, копья, луки со стрелами, трезубцы, топоры и секиры, цепи, булавы, палки и дубинки и другие. Холодное оружие ушу – результат многовекового развития военного дела. Естественно, не все существовавшие в древние времена виды оружия стали популярными в ушу. Используемое в настоящее время оружие – это лишь малая доля всего богатого арсенала. Вместе с тем, некоторые образцы оружия вовсе были неизвестны древним воинам.
а широко использовались как народные инструменты и орудия труда. И все же основным оружием ушу являются сабли, копья, меч и палка. За границей многие интересуются ушу, занимаются ушу. Еще Анатолий уже начал об этом говорить, что многие также ставят цель не только в владении каким-то движением, а хотят с помощью ушу там больше узнать о Китае, о восточной культуре и, может быть, в какой-то мере о самом себе. То есть это уже касается душевных потребностей любителей ушу. Более подробно об этом. Может быть, поделитесь со мной своими впечатлениями. Говоря о душевных потребностях энтузиастов ушу, мне будет, конечно, сложно говорить за всех, но я лично считаю, и никому, конечно, это мнение навязывать не буду, что по достижению определенного уровня развития или эрудированности, или каждый человек понимает, что в этой жизни есть что-то большее, нежели чем попытка самоутвердиться и доказать всем вокруг, насколько он умен, хорош, силен и эффективен. Если же итогом поиска станет традиционное ушу, то, безусловно, в большинстве случаев человек найдет способ саморазвиваться и понимать себя и окружающих глубже, что будет способствовать гармонии и, я надеюсь, миру во всем мире. Вадим. Ушу само по себе несет не просто какое-то внешнее отображение, какие-то приемы, но это также и принципы, принципы жизненные, принципы природные, принципы духовные и общечеловеческие. Поэтому с точки зрения, скажем, западного подхода, который подразумевает занятия, то есть я пришел, отработал 2 часа, сегодня в понедельник, среду, пятницу я занимаюсь этим делом. Нет, ушу нужно, если заниматься, то заниматься, оно пронизывает всю жизнь, то есть начиная с утра и кончая вечером, а возможно еще и ночью, я пока не знаю. Но если ты начал заниматься, то оторваться от этого уже возможно, но это втягивает. Эти принципы, они начинают действовать не только на занятиях, но и вне их. То есть, идя с тренировки, ты уже начинаешь мыслить об этом. Едешь в транспорте, думаешь об этом. Это завораживает, это притягивает, это интересно. А там, где интересно, там люди начинают интересоваться, ходить, заниматься. Ну и, собственно, это то, интерес — это то, что нам позволяет самоорганизовываться, то, что нам позволяет развиваться в нашей жизни. На самом деле, действительно, единственное, самое важное, что ведет человека в этом деле, заставляет, не заставляет, а как бы он сам по себе уже туда лезет, в эту штуку, всасывается, потому что там есть интерес. Интерес – величайшее дело. А почему интерес возникает? Потому что там что-то необычное, непривычное, что-то новое, причем это новое открывается каждый день. Каждый какой-то период ты открываешь в себе и вокруг, и в этом самом деле что-то новое. Это творческий процесс. Это процесс, вот этот интерес можно сравнить с интересом ученого. Хотя у нас там не аппаратура, а личная там практика. Но ты каждый день понимаешь что-то, то, чего вчера не понимал. И выходишь за рамки того опыта, который тебе казался непоколебимым. А оказывается, есть еще более лучшие. И вот этот процесс поиска и открытий, по-моему, это, если не главное, то один из главных вот этих стимулов, который заставляет человека, как только он проник в эту область, бесконечно продолжать. Его никто не будет заставлять, его оттуда оторвать нельзя, если он туда вышел. Как только человек на эту золотую жилку вышел, его действительно оттуда оторвать уже трудно. Потому что там бесконечный творческий процесс открытия. Ну, вы являетесь специалистами в своей отрасли, в своем виде ушу. Насколько я знаю, Анатолий у нас занимается санда, вот, а Вадим и Виктор, вы занимаетесь тайцзичуан. Вот, расскажите, пожалуйста, о своем виде ушу и как вы этим занимаетесь.
Анатолий. Но я уверен, что есть люди, которые знают его лучше меня и гораздо лучше могут рассказать о нем. Единственное, что я тут могу сказать, что значит Саньда для меня в моей жизни. Саньда является для меня отличным способом формирования, во-первых, как физической составляющей, так и в некотором смысле психической составляющей. Так как тело влияет на психику, и психика влияет. Довольно хорошо проработанная система на данный момент, ничем не уступающая, скажем так, западным системам физической и спортивной подготовки, таким как, допустим, бокс, борьба, будь то японское дзюдо, которое на самом деле уже стало международным видом спорта, или же карате. Поэтому, используя саньда и зная его плюсы, ну и, конечно же, минусы, можно достичь очень хороших целей. Главное же понимать, чем и зачем, самое главное, ты занимаешься. Что касается моих занятий, я могу сказать только о каких-то внешних вещах, то есть как это происходит. Я не могу сказать, что такое тайцзичуань, потому что, я думаю, Виктор Сяо гораздо лучше расскажет об этом. То есть внешне это каждодневные тренировки. Каждодневные это не сон, это, скажем, мысли о каждом своем движении. Это познание себя. Вот и все. А рассказать, что такое, что я чувствую, как это все происходит. То же самое, как рассказать, что такое любовь. Никто об этом еще не может рассказать. И столько есть книг, произведений и фильмов, и каждый пытается об этом сказать со своей стороны. Тут нужно чувствовать, а главное — заниматься. Вот и все. Виктор, ну вы безусловный мастер тайцзичуань. Ваше мнение? Безусловных мастеров не бывает. Я больше люблю эпитет такой, как это... как очень страстный любитель тайцзичуань. Настолько страстный, что я этому сейчас посвящаю все свое время. Со мной занимаются ребята, я с ними делюсь опытом, как здесь, так и в Москве. И в Белоруссии тоже бывает. Приезжают сюда из других стран, потому что это интересно. Сам я пришел к этому случайно. У меня была травма, когда мне было 17-18 лет. Начались мои вот эти бесконечные... поиски. В первую очередь понять, откуда такой феномен, который мне показывает мастер. Я не могу до него дотронуться, я падаю в пустоту. И что это такое? Как это происходит? Между прочим, загадку мне старик задал долгую, я до сих пор ее разгадываю. И по мере ближайшь к разгадке. Авось и действительно разгадка придет. И вот этот интерес ведет меня, а попутно, оказывается, там столько пользы. И здоровье улучшилось, и боевые способности, и физические какие-то, и ловче стал, не такой напряженный, спокойнее стал, характер менялся. Все это как бы попутно. Поэтому я это понимаю как средство, не как цель добиться каких-то способностей, кому-то морду набить, а именно как средство, через которое, оказывается, путем поиска приобретается очень несчастливые богатства, которые вокруг лежат. И вот это для меня ушу, это для меня тайцзичуань. Спасибо вам за интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам еще раз за участие. Спасибо вам. Спасибо. В настоящее время к ушу проявляет все больше и больше интереса во всем мире. Давайте пожелаем этому традиционному искусству китайскому процветания и хорошего развития. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. До встречи в следующем выпуске.